Уважаемый дорогой Лев Захарович, уважаемые друзья, уже много было сказано, и, конечно, приятно очень встречать свой юбилей, собирать друзей, поклонников, учеников в этом прекрасном здании нашего Дома офицеров Западного военного округа, с которым связано не то что годы, а десятилетия плодотворной, творческой и очень заслуженной работы. Я позволю себе зачитать поздравления от имени командующего войсками Западного военного округа, уважаемого Леву Захаровичу, и от имени военного совета. Уважаемый Лев Захарович, от имени военного совета Западного военного округа поздравляю вас с юбилеем. Человек, наделенный поистине неиссякаемой созидательной энергией, блистательный, неподражаемый маэстро. Вы по праву считаетесь одним из выдающихся деятелей культуры. Ваш насыщенный профессиональный путь, огромный вклад в развитие лучших традиций отечественной и военной культуры заслуживает самого искреннего признания. Сохраняя верность избранному делу, высоким идеалам служения искусству, вы всегда открыты для новых творческих идей и планов. Заслуженная награда за ваш труд, большой и щедрый талант – это искренняя любовь и аплодисменты публики. Желаю вам уважаемый Лев Захарович, крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия, исполнения ваших жизненных планов и свершений в деятельности на благо процветания и могущества России. С уважением, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Сидоров Антон Алексеевич. Он находится вот, поэтому сегодня еще раз попросил убедительно самые искренние теплые слова передать ваш адрес. Поэтому, Лев Захарович. Еще одну приятную миссию попросить Льва Захаровича освободить руки. Очень приятную миссию хочу я выполнить. Приказом командующего войсками округа Лев Захарович Колманович за большой вклад в развитие культуры военного округа награжден медалью 150 лет Западного округа. Это медаль министерская, ведомственная. Поэтому, Лев Захарович, подставляйте грудь. Здоровья, 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 здоровья.
и учил всех нас творчеству. 50 лет трудового стажа, таким достижением может похвастаться далеко не каждый из нас. Да я думаю, нет в зале такого человека, который мог бы сказать, что вообще ну больше 30 лет работает. Есть ли в зале такие люди? 30 лет есть. 40 есть? 50 есть? Нет. А 57 есть? Давайте аплодисментами встретим нашего юбиляра еще раз. 57 лет трудового стажа на благо искусства, на благо Родины и на благо страны. Мы рады, что именно Санкт-Петербург стал для Льва Захаровича родным городом. И сегодня с 80-летием Льва Захаровича поздравляют коллеги, которые на протяжении долгих лет работали с ним и работают по сей день бок о бок. Встречаем! Oh.
Западного военного округа. Неизменной традицией было то, что, отслужив в ансамбле, солисты не забывали тех, кто давал им дорогу в творчество. Так Лев Захарович встречал своих учеников, да и просто каждый желающий мог подойти к нему с вопросом, за советом, и всегда получал ответы на вопросы и очень нужный человеческий и мудрый совет. Дорогие друзья, вас приветствуют и поздравляют Льва Захарыча оркестровая служба штаба Западного военного округа. Солистка эстрадного коллектива Дома офицеров.
офицеров, ученица Льва Гурмановича Наталья Павлова. Thank you.
Юрий Михайлович. Есть такие замечательные слова: «Мои года, мое богатство». Я хочу пожелать вам, чтобы ваше богатство множилось на радость нам, здоровья, долголетия, творчества, жизненного. Всем благ жизни. Спасибо вам. Юрий Куприянов. Лев Захарович, своим примером вы всегда вдохновляли на творчество молодое поколение. И сейчас вашему вниманию премьера. Квартет «Юла». Thank you.
Андрей Токарев и Юрий Ануфриенко. А все вместе это «Квартет» и «Юна». Дорогие друзья, дорогой Лев Захарович, мы рады пригласить на эту сцену еще одну вашу коллегу, которая подготовила специальный музыкальный подарок. Встречайте дипломант международного конкурса Елена Танникова. Дорогой Лев Захарович, за все те годы нашего знакомства, за время, проведенное в совместных концертах, вы всегда поддерживали и воспитывали в нас нужность и важность нашей профессии. И когда вы за кулисами, каждый из нас, артистов, старался выступить ярче, музыкальнее, эффектнее, успешнее. И те аплодисменты, которые звучали, звучат и будут звучать еще, это слова и аплодисменты благодарности и ваш адрес. За ваш нелегкий труд, за то, что вы своим личным примером всегда поддерживали одну простую истину, что артист, музыкант, творческий человек – это звучит гордо. Спасибо вам. Сцену очаровательную Наталью Павлову.
большое спасибо Льву Захаровичу за то, что он есть в нашей жизни. И мы вас очень любим, уважаем, ценим. И вы вносите огромный вклад в нашу жизнь, в наше творчество. Низкий вам поклон, Льву Захарович. Спасибо. Мне говорят,